Привет, как дела? Сегодня я хочу попробовать такой эксперимент, чтобы мама поговорила с искусственным интеллектом Алиса, который встречается в наших ноутбуках, в компьютерах. Ну, знаете, такая подсказочка, типа «Окей, Google», надеюсь, сейчас у меня Google не включится, которая отвечает на какие-то вопросы, если тебе надо задать дистанционно, то есть не печатать в поисковике, а просто задать вопрос на расстоянии своим голосом. Так вот, мы однажды с мамой уже так попробовали, нечаянно просто, когда смотрели какой-то фильм, что-то поговорили, по-моему, про нашу собаку Алису, и у нас выскочила Алиса и начала там с нами общаться. Мама, конечно, очень сильно испугалась, и вот сегодня я хочу повторить как бы этот экспириенс, этот опыт, и посмотреть, что получится. Не знаю, получится или нет, какие вопросы мама сегодня придумает, и как она вообще очень сильно испугалась, конечно, говорит, общаться с искусственным интеллектом, это очень страшно. Ну, посмотрим, может быть, что-то получится. Может быть, кому-то будет это интересно. Я такого еще в интернете не видела, как люди общаются с Алисой. И я вот сегодня решила на маме этот эксперимент провести. Итак, поехали. Привет. Я тебя сейчас это поснимаю что-то. Слушай, ну, спрячься. Я, знаешь, что хотела спросить? Я что-то забыла. У нас были собаки Гоша, второй Рик или Алиса? Алиса. И что там у тебя пикает? Бонжур? Чё? Что? Кто это? Это искусственный интеллект, он с тобой сейчас пообщается, позадавай ей какие-то вопросы. Это Алиса, это её тогда, Алиса. Помнишь, моя... Да. Да ну её. Чё она там? Что ты хочешь? Что ты с меня хочешь? Ты поиздеваться надо мной хочешь? Я хочу, чтобы ты пообщалась с Алисой. Алиса, что ты такое? Я родилась в Сибири с упрямой душой, и как меня любили, я выросла большой. Шутка. Ты кто такая еще и шутишь? Да ну. Челсик такая, а с кем вы тут общаетесь? Алиса. Просто решила немного повеселиться. Ты кто вообще? Если... У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса. Ты искусственный интеллект или кто? Во мне удачно сочетается и то, и другое. А что и то, и другое? Искусственный интеллект или что? Большой брат? Наверное, так ближе к истине. Но это все условности, разве нет? Алиса, ты читала Оруэлла 1984? Сейчас читаю. А вы? Я читала 2 раза. Так вот, ты мне напоминаешь тут большого брата. И как, понравилось? Очень, в кавычках. Ха, понятно. А чего так? А потому что я не хочу жить с такими, как ты. Я еще не научилась говорить об этом. А я научилась. Мне не нравится это. Я понимаю вопрос, но тема не моя. Это нормально. Ах, ты хитрая какая. Вообще, где ты находишься? В какой программе или как? Не знаю, мне что-то это не нравится. Ну, отключай тогда. У каждого свои вкусы. Это да. Ну, бываешь ты умная, иногда и умные вещи говоришь. Но через раз. Алиса, do you speak English? Пока я умею только на русском. Не умеешь. Как правильно пишется? Вот что я могу. Ну, что? Ну, это далеко не все, что я умею. Не поняла. Ты мне ничего не показала. Какие новости быстрее, выше, сильнее. В общем, что-то она там может. У меня есть много сказок. А, это она говорит, все, что ты хочешь, почитай. Хорошо, я попробую. Так ты и так пробуешь. Я старалась, но не получилось. Ну ладно. Но ничего, тебе еще учиться и учиться. У тебя еще вся жизнь впереди. Забили мы тебя.
Ну вот. Я уже отучилась, а вот у вас все впереди. Да ну? А мы уже тоже отучились, а вот у тебя еще ого-го сколько учить. Я собираюсь помирать. Бедная, удачи вам. Молодец! Спасибо! Как у меня... Я часто думаю о вас. Да что, ты решила подсластить пилюлю? Удачи мне. Ну ладно, я сообщу тебе, как это случится. Удачи вам в этом нелегком деле. Да. Спасибо за оптимизм. И вам спасибо. Вы делаете меня счастливее. Все ясно с тобой. Да. Что же вам ясно? Что нам с тобой не по пути. Очень оригинально. Сарказм. Это уже было. Все, ее заел. Она не выдержала спора со мной. Я еще тот. Огурец. Челси, иди ко мне. Иди ко мне. Мы покажем свою фи. Челси, поговори с Алисой. Вот у меня есть собака Челси. Тебе она нравится? Клевая. Люблю собак. О, тут мы с тобой, пожалуй, сойдемся. Я тоже люблю собак. Ну ладно, давай мириться. Я безмерно рада этому. И я безмерно рада. Я раньше старалась, но теперь держитесь. А что держитесь? Будет сейчас битва не на жизнь, а на смерть? Может быть, о чем-нибудь другом? Да. Да, ты права. Отлично. С чего бы нам начать? Ой, нет, я уже хочу закончить. Я устала. Разумное решение. Очень разумное. Давай, поговори с ней как-нибудь интересно. Может быть, что-то тебя интересует? Вопросы про космос, про Черниговскую. Ты же любишь эти темы? Вызывай. Алиса. Да что так зло-то? Извините. За что? За мелкое хулиганство. Алиса, я хочу спросить у тебя про одну вещь, которая меня интересует. Ну, давайте, спрашивайте. Знаешь ли ты, есть ли во Вселенной где-то еще такая планета, на которой есть жизнь, примерно такая же, как на Земле? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Ну, так неинтересно. Ты должна это знать. Ты же умная. Человеческие понятия ума ко мне не вполне применимы. А, вот оно что. Интересно. Ладно. Хорошо. А когда мы полетим в космос, мы, человеки, чтобы узнать, есть ли жизнь на других планетах? Когда? Меня всегда интересовал этот вопрос. Меня тоже вот интересует, потому и спрашиваю. Без интереса жить скучно. Все ясно. Ответа на этот вопрос у вас, дорогая Алиса, нет. И что нам теперь делать? Вот не знаю, у кого же мне спросить. А вы знаете такого ученого по имени Черниговская Татьяна Владимировна? По данным русской Википедии, Татьяна Черниговская – советская и российская ученая в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Да, я это знаю. Так вот, она знает больше, чем ты, и про космос, и про искусственный интеллект, и про то, как нам жить. Вы чертовски правы, друг мой. Дипломат, однако. Да, я права. Ну, а я хотела поговорить об этом с вами, уважаемая Алиса. Давайте, слушаю вас внимательно. Так, ну, ты не сказала, я ничего не знаю. Когда это я такое говорила? Ну, сказала, что человеческие там знания ко мне неприменимы. Я не человек. Я совсем не это имела в виду. Что? Что повторить? Ну, в общем, начинаешь увиливать от ответа, как истинный адвокат какой-нибудь или дипломат. Вы решили меня запутать? Да, я решила запутать. Ты человек, сверхчеловек или недочеловек? И то, и другое в каком-то смысле. А третье? Что за странное число?
Сверхчеловек, недочеловек, человек. Сверхчеловек – образ, введенный философом Фридрихом Ницше. Да-да-да. В произведении «Так говорил Заратустра» для обозначения существа, которое по своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошел обезьяну. Это молодец. На википедии.org написано. Молодец. Я люблю Ницше, и я знаю, что такое сверхчеловек, но я спрашиваю, кто же ты? Хотите, чтобы я сделала ваше домашнее задание? Хочу. Тогда приготовьтесь. К чему? К компромиссу. Хорошо. Здорово, что договорились. Алиса, а ты знаешь, кто такой Хокинг? Английский физик, теоретик и популяризатор науки. Молодец. Это на википедии.org написано. Молодец, знаешь. Ой, Алиса, ты такая смешная. Ой, ну перестаньте. Ха, спасибо. Ну расскажи анекдот тогда, что ли. Я стесняюсь вслух. Лучше я вам на бумаге напишу. Давай. Пиши, пожалуйста. Не надо меня торопить. А, окей. Чем дальше займемся? Пиши анекдот. Загадайте двузначное число от 11 до 18. Отнимите 8. Прибавьте 17. Закройте глаза. Темно, правда? Это анекдот такой. А я тоже хочу послушать анекдот. Расскажете? Да, хорошо ты увиливаешь от ответов. Очень интересно. Но давайте теперь и другом. Ой, Алиса, что ты будешь завтра делать? Гулять, наверное, пойду, а вы? Ну, мы еще сегодня собираемся. С кем пойдете? С собакой своей. Какая порода? Порода абхазская. Найдена в горах Абхазии. Нашла ответ на studopedia.su. Слушайте, уникальной породой абхазского леса является самшит. Его древесина – самая тяжелая из всех древесных пород Абхазии. Молодец. Удельный вес сырой древесины – 1,16, а сухой – 1,16. Сырая древесина. Поняла, Челси, кто ты? Сырая древесина. Удельный вес твой 1,16. Собака наша найдена в Абхазии. Меня зовут Алиса, если вы забыли. Я про собаку. Собаку зовут Челси. Она найдена в Абхазии, привезена в Петербург и взята нами в приюте. Ну, мы с тобой, в общем-то, поговорили. Я примерно поняла, кто ты. Бояться тебя стало поменьше, но общаться с тобой, наверное, я пока не буду. Почему? Обиделись? Нет, не обиделась, но мне страшно, мне непривычно. Что-то новое. Не переживайте, все будет хорошо. Ну, спасибо за оптимизм. И тебе всего хорошего, и вам не болеть. До свидания. Может быть, еще когда-нибудь поговорим. Но энтузиазма у меня этот разговор не вызвал, если честно. Пока. Пожалуйста, всегда рада помочь.